Приветствую всех в данном видео. Продолжаем кампанию Войны Хаоса. Седьмая глава «Подземелье смерти». Прошло 2 недели с тех пор, как Таграш и Крал попали в темницу Даларана, и вот уже им казалось, что они умрут в этих клетках, как случилось непредвиденное. Эх, что ж там могло случиться? Проклятие, я уже засиделся в этой вонючей клетке. Скорее бы выбраться отсюда. А ну стихни, орк. Или иначе останешься без обеда. Я бы с удовольствием полакомился твоими костями, человек. Уж они-то будут повкуснее. Что, Крал, никак не можешь привыкнуть к новой обстановке? Знаешь, что довольно мило. Это серьезно, Таграш? Тебе придется посмириться с этим, Крал. Скорее всего, мы так и останемся гнить в этих решетках. Никогда. Ты еще не конец, Таграш. Вот увидишь, кто-нибудь обязательно придет и освободит нас. С чего такая уверенность? Я великий вождь кланов. Без меня рода хаоса распадется на многочисленные кланы, которые начнут войну между собой за власть. Войны моего клана обязаны освободить меня. Подожди, я что-то слышал. Что это за картинка такая мыльная, славная? Меня послали освободить вас. Кто послал? Старейшина, которого вы освободили по дороге в Даларан. Не могу поверить в то, что меня когда-нибудь вытащит из клетки мой заклятый враг. Ладно, выпусти нас отсюда. Я свободен, наконец-то мне не терпится расколоть пару черепов. Рушить. Кого убить? Я чту заветы. Дряные везде, короче, прыгаются. Вождь, что еще? Кого убить? Поехали куда-нибудь. Опа-па-па, что у нас тут? Лобаки? Я устал. Мы сейчас развалим просто кабину. Так-то. Так уже лучше. Прыжок или свидание. Пленные орки, ну понятно. Кого убить? Вождь? Да. Че за здорово? Че за библиотеки? И мне жить! Блин, а тут сейчас ничего не будет, правильно? Сто пудов. Ладно, ты пили пока здесь. Ну что еще? Несносный глупец. Так. Дурацкий план. Конец карты, правильно. Твоя жизнь принадлежит мне. Ну, тут наши пацаны сидят. О, кузнец. Вождь. Ну что еще? Кого убить? И мне жить. Та-та-та-та-та, чем могу помочь? Вождь. Говори, воин. Кого убить? Тут кто у нас готов убивать, говорит. Ваш шнот гимбату. Духи не знают, приказы. Я жду приказаний. Да. Абракадабра их. Мой клинок жажден крови. Пора на охоту. Чем могу помочь? Кого убить? Трусливый глупец. О, патрульные. Да. Внутри. Чисто еда, да? Несносный глупец. Кого убить? Вождь. И мне жить. Еще один верс. Я читаю следы. Чем могу помочь? Ливый глупец. Нет, последний. Вот здесь что-то тоже. Я жду приказа. Уругош, могучий Крал. Да. Последний раз, когда я тебя видел, ты попал в засаду. А что ты еще жив, Старпилс? И я рад тебе. Если башку на довольный разговор, нужно убираться из этой дыры. Гениально. Погнали. Моя сила в твоих руках. Приказу. Говори, воин. Да. Ну давай, не задерживаем, пацаны. Вождь. Приказывай. Так. Вождь. Да, вождь. Че это за пацаны?
А, это враги, понятно. Я вас понял. Понял. Но их нельзя бить вначале. Звери не лгут. Когда... Чем я могу помочь? Плевать. Наконец-то. Я занят. Да. Жду приказания. Смерть врагам. Ну, они за меня будут эти полопы несчастные. Да. Что-то пытаются. О, мокруха. Да, кровавый эльф. Побег устраивает. Очень жаль. Ё-моё. Все, кто... Вообще есть такие. Умеет. Да. Прикольно. Зачем мы сюда идём? Золото? Наконец-то. Что? Да. Нет, пока только пацаны. Брата демонов. Я занят. Раз брата демонов, я в деле. Я занят. Кого убить? Давай, пацаны, погнали. Опа! Наконец-то! Да! Наконец-то! Трусливый глупец! Чё сделать вообще надо? Отведи обоих своих героев в магический круг в конце карты. Эх, блин. Чем могу помочь? Непонятно. Первое замедление, уважаю. Класть некуда. Ну что, книга здоровья. Книга здоровья тоже уважаю. Так уже лучше. Вождь! Кого мы правы? Ну он вождь. Правильно. Может, вот два раза, три раза, а этого... Сделаю! Два. Я занят. Я читаю следы. Я устал. Сфера замедления. Вот это ерунда явно. Дурацкий план. Да. Мне не нужны советы. Погоди, у тебя нет ничего. Несносный глупец. Дурацкий план. Тоже? Не, у тебя огненная фигня же есть. Ну не написано, что он может так уже воздушку лучше. Убить. Ой, ладно, насрать. Кого убить? Погнали, короче. Да. Кого убить? Да, вождь. Он победитель остался. И это, кстати, альянс. Достойно. Ну что еще? Давай, пацаны. Да. Время умирает. Несносный глупец. Да, вождь. Кого убить? Так. Здесь нам нужно разделиться, Крал. Ты пойдешь южной дорогой, а я пойду северной. Что ты задумал? Где вдвоем мы будем лишь задерживать друг друга, но по раздельности мы доберемся быстрее. Кроме того, я хочу осмотреть это место. Вдруг здесь найдется что-нибудь ценное. Я надеюсь, ты не сдохнешь раньше положенного. Ты мне еще нужен, Таграш. Беспокойся лучше за себя, Крал. Я не какой-нибудь там дренейский слабак. Я лучший воин клана. Не смогу за себя постоять. Лучший воин клана. Или топором машет. Я занят. Эх. Может получиться. Так, мы добрались до канализации. Лучше бы я остался на своей клетке. Тем недоволен. Поверевай. Такой пес. Ну что говори еще? Я жду приказа. Дурацкий план. Тупо пёс. Я занят. Повелевайте. Жду приказания. Я жду приказа. Несносный глупец. Так. Я занят. Я устал ждать. Готов к бою. Мне не нужны советы. Нали. Дурацкий. Бабаш. Он за пределом карты. Несносный глупец. Я жду приказа. Ну что еще? Да, готов, ладно, погнали. Несносный глупец. Налево, налево, кобальт. Ну. Я устал ждать. Чего бы нет? Я забрал кобальт. Еду иду. Несносный глупец. Качаемся до шестого. Так уже возьмем хотя бы. Готов к бою. Ну что еще? Че это тут? Дурацкий план. Я жду приказа. Вижу на ней. Я устал ждать.
Да. Все, пуш один. Я занят. Я жду приказа. А мы тоже не вкачаны. Это не вкачаны пуш, но он один-один и то имеет. Ну что еще? Горнило. Через 5 секунд 7-1 войскам противника, находящегося в окрестности, в указанной точке наносится 60 урона. Каждая последующая немного меньше. Что за дерьмо? Может получиться. Я жду приказа. Мудрёная фигня какая-то слишком. Я бесмысленная. Я занят. Давай. Твоя жизнь принадлежит мне. Я жду приказа. Легион проклятых, ну я занят. Умри, глупец. Так уже лучше. Готов к бою. Так, нельзя бить, да? Отлично. Я устал ждать. Остатки культа. Я занят. Почему не любит тогда? Сносный глупец. Может получиться. Готов. Тупые крепкие. Так уже лучше. Повелевайте. Зачем я сюда пришел? Просто так, правильно. Дурацкий просто план. Так. Ну, тут еще где? Есть куда заехать. Я, что, я заеду. Я точно. Устал ждать. О-о-о. Мне не нужны Боли, советы. Я занят. Повелевайте. Что еще? Точно. Правильный выбор. Отлично. Я устал ждать. Та-та-та-та. Я занят. Ленорк еще остался. Я устал ждать. Точно. Ну что еще? А, ну нет, того стоило. Устал ждать. Готов. Твой сносный глупец. Может получиться. Просаживайся. Героя. Мне не нужны советы. Дурацкий клан. Я жду приказа. Я устал ждать. Правильный выбор. Точно. Я занят. Да, это все, да? Правильный я устал выбор. Ждать. У меня полный я баг. Занят. Алло. Несносный глупец. Несносный артефакт. Отлично. Я устал ждать. Все. Да, видимо, где-то здесь надо выйти будет. А тут? Без откуда они начнут. Второй отряд. Я занят. Да, надо надо отправить. И, кстати, вот горнило, сейчас я попробую. Я занят. Готов к бою. Несносный глупец. Приказываю. Что еще? Я чую заветы. Вообще не понял, что где я занят. Так уже лучше. Какая долгая активация? Дурацкий глупец. Повелевайте. Несносный глупец. Не может получиться. Непонятно. Мне не я нужны советы. Говори, повелевайте. Готов к бою. Я жду приказа. Нет. Точно. Дыши. Да. Ну что да еще? Дыши. Повелевайте. Я занят. Мне не нужны ладно. Советы. Готов к бою. Может получиться. Дыши. Мне не нужны советы. Дурацкий план. Ух мне ты. Не нужны я советы. Правильно. Жду приказа. Я ура, правильно. Говори, воин. Я устал ждать. Дурацкий план. Повелевайте. Я жду приказа. Жду приказаний. Говори, ну, воин. Что еще? Еще дальше, блин. Ну... Жду приказаний. Ладно. Я устал ждать. Черный рыцарь. Канализация сидит, черный рыцарь. Ну, ну да. Что еще? Говори, почему воин. Бы и нет. Хорошая я мысль. Я занят. Мне не нужны советы. Жду приказать. Я устал ждать. Тут вы убили черный рыцарь. Здесь. Я занят. Лабиринт мутит автор. Дурацкий план.
и дистал знаний. Я устал ждать. Чего разрушить? Говорю, иду. Несносный глупец. Может получиться. Я занят. Жду приказаний. Говори, воин. Несносный глупец. Жду приказаний. Ну что еще? Я занят. Говори, воин. Несносный глупец. Я устал ждать. Твоя жизнь. Жду приказаний. Лактарагаш. Он умирает, но реально еще? Снарядом. Мне есть, не но они горят советы. Все равно. Радиус какой-то нереальный. Дурацкий план. Умри, глупец. Механизм. Мне не нужны советы. Может получиться. Вот ветвь железного дерева. Я устал ждать. Ну, перчатку. Так уже лучше. Некуда класть. Выкидывай. Может получиться. Ой, бля. Так уже лучше. Честно. Фигня просто. Дурацкий план. Может получиться. Лучше. Дурацкий план. Я проголодался. Так уже лучше. Во. Мне не нужны больше советы. Дурацкий план. Смотри, подрегинился. Голодишь. Вот и все. Квест там. Блин, еще сюда можно прийти, сюда. Ну что еще? Жду приказаний. Я занят. Говори, воин. Ну что жду еще? Жду приказаний. Может получиться. Ладно, бежим, бежим. Так говори, лучше. Воин. А там дурацкий план. Так уже лучше. Не такой, правда. Может получиться. А, ну все. Мне нужны советы. Конец. Жду приказаний. Готов, воин. Говори, воин. Я занят. Ледяной, разъяренный приказаний. Несносный глупец. Говори, воин. Логично. Так уже лучше. Жду приказаний. Оп, оп, оп. Я устал ждать. Магия. Говори, воин. Повелевай. Не допусти. Отлично. Подожди, она работает. Ну что еще? Еще кастер, да? Ну, притони по нему тоже. Несносный глупец. Может круто, получиться. Так уже лучше. Мне не нужны советы. Жду приказаний. Так уже лучше. Твоя жизнь принадлежит мне. Говори, воин. Хорошая мысль. Ну что еще? Может получиться. Еще мана ждут. Я устал ждать. Ну что еще? Так вот уже лучше. Мана, не видим. Дурацкий план. Видели, чё? Он так страшный. Говори, воин. Ну, страшно туда. Я занят. Может получиться. Так уже лучше. Может мне получиться. Мне нужны советы. Жду приказаний. Вот и фиг его знает. Там будет, ну, тупик или здесь. Может и здесь. Говори, воин. Несносный глупец. Дурацкий. Что приказали? Ну что еще? Опа, еще подбегают, смотри. Умри, глупец. Говори, воин. Иду. Хорошая мысль. Иду. Все. Я занят. Мне не нужны советы. Проверяем. Может получиться. Получится. Что приказали? Я устал ждать. На всех ХП, понятно. Мне не нужны советы. Так уже лучше. Да, это, видимо, тупик. Дурацкий план. Так уже лучше. Хотя... Мне не нужны советы. Может, просто лабиринт. Дурацкий такой. План. Мне не нужны советы. Да, боюсь, я подбегаюсь дурацкий дальше. План. Дальше. Так уже лучше. Так, интересно, что ж там. Ну что еще? Дурацкий план. Да, видимо, тут может направо получиться. Пойду, наконец. Дурацкий план. Тут говори, воин. Я занят. Ну что еще? Где мы что ловить? Мне не нужны советы. Аршаруна мана. Твоя жизнь вот, принадлежит давай. Мне. Повелевайте. Отлично. Да. Колоссажатели. Отлично. Вот. Правильный выбор. Жду приказаний. Я жду приказа. Я занят. Хлебные зелья. Так уже лучше.
Может получиться. Так уже лучше. Может получиться. Да, сюда. Мне не нужны советы. А, Андрей меня ну ждет. Что еще? Так уже лучше. Я занят. И ноги. Приказывай. Несносный глупец. Ну это не проблема. Ну что еще? Дурацкий план. Впереди опасный противник, кстати, готовится к жестокому бою. Моя сила в твоих руках. Кровь за кровь. Да конечно, так. Очевидно. Я занят. Нам говори, туда, поэтому не надо пока что. Чем могу служить? Попробую. Ты прав. Давай лучше попробуй. Посмотрим. Ты прав. Мудрое решение. Карта все-таки да очень большая. Так. Ты прав. Ух ты. Повелевай. По приколу. Приказываю. Сносный глупец. Жду приказания. Да. Хорошая мысль. Иду. Ну вот что успел, еще? Говори, воин. Я устал. Жду приказания. Я чту заветы предков. Повелевай. Возможно, на 7 стать. Чем могу служить? Повелевай. Чем могу служить? Повелевай. Моя сила в твоих руках. Да будет так. Обратно вернемся. Говори, воин. Жду приказания. Хорошая мысль. Я жду приказа. Ну, фух, и потребил. Повелевайте. Да, уровню, то есть 600-700 где-то метров точно. Говори, воин. Кинжа этого. Несносный глупец. Погнали. Я устал ждать. Я жду приказа. Несносный глупец. Я устал ждать. Я занят. Жду приказания. Повелевай. Несносный глупец. Дурацкий план. Надеюсь, не такого еду. Говори, воин. Я устал ждать. Дурацкий план. Мне не нужны советы. Тут ноги, ноги, ноги. Алтарь. Жду приказания. Книжка будет. Ну что еще? Возможно, книжка. Говори, воин. Я занят. Несносный глупец. Ну что еще? Может получиться. Мы опять втанем эту фигню. Жду приказаний. Иду. Раз. Хорошая мысль. Иду. Хорошая мысль. Иду. А, он съел. Вот несносный как-то... глупец. Черепах. Я занят. Ну что еще? Говори, воин. Несносный глупец. Жду приказаний. Готов. Так, разносим дребезги алтарь. Говори, воин. Я занят. Ой. Ну что еще? Что приказали? Я занят. Левел не получил, зря что. Я устал ждать. Я занят. Я все еще надеюсь, что слышу. Глупец. Ну, видимо, зря. Я занят. Так уже лучше. Пас. Спустился сюда. Чем могу служить? И прав. Сделаю все, что могу. Я не бой, но трудное самое, и все. Сила и честь. Мудрое решение. Попробуй. И прав. Повелевай. Что еще? Я чту заветы предков. Очень кровожадность. Повелевай. Главное не забыть сюда зайти, там какая-то секретка что ли будет. Ну, наверное, по логике. Приказывай. Моя сила в твоих руках. Да, стоило ли туда идти, конечно, нет. Несносный глупец. Приказ.
Говори, воин. Я устал ждать. Можно было какой-нибудь телепорт воткнуть сюда, чтобы чувствоваться где-нибудь здесь уже. Хотя тогда бы можно было сюда просто прибежать и перенестись, тоже понятное дело. Я занят. Жду приказаний. Повелевай. Да будет так. Попробуй. Ну что еще? Может, говори, воин. Моя сила в твоих руках. Да будет так. Делаю все, что смогу. Жду приказаний. Сносный глупец. Мне не нужны советы. Повелевай. Да будет так. Моя сила в твоих руках. Мудрое решение. Что-то интересное. Моя сила в твоих руках. Сносный глупец. Я устал ждать. Теперь неизвестно. Ну, так уже лучше. Так. Да. Мне не нужны советы. Ну, перчатка. Дурацкий план. Я чту заветы, блин. Сносный глупец. Да, конечно, что мне то, что то. Мне не нужны советы. Приказывай. Я жду приказа. Ну, что еще? Моя сила в твоих руках. Попробую. Мудрое решение. 4 юнита есть? Я занят. Повелевайте. Да. Приказывай. Моя сила в твоих руках. Оп, да оп, будет так. Нифига. Мудрое решение. Я чту заветы предков. Сделаю все, что смогу. Моя сила в твоих руках. Я устал ждать. И что? Дурацкий план. Чем могу служить? Мудрое решение. Повелевай. Да будет так. Я чту заветы предков. Если чем так могу служить? Мудрое решение. Попробую. Сделаю все, что смогу. Ну что не, ну, тогда еще? Я не знаю. Может получиться. И кого знает. Так заходим лучше. Уже и доигрываем за второго перса. Мне не нужны советы. Остается надеяться, что этот громила Таграш доберется сюда. Погнали. Вождь? Кого убить? Вождь? Сделаю. Что нас ждет? Я много чуда приказываю. Духи не знают усталости. Звери не лгут. Я читаю следы. Наконец-то. Ищет. Да. Говори. Кого да убить? Чем могу помочь? Звери не лгут. Наконец-то. Да. Наконец-то. Я читаю следы. Вождь. Кого убить? Колонцы заканчиваются. Сделаю. Он нас ждет. Естественно. Говори. Прикажу. Что нас ждет? Вождь. Да. Наконец-то. Звери не лгут. Вождь. Чем могу помочь? Кого убить? Пора на охоту. Кого убить? Что нас ждет? Я всегда один. Вождь? Да. Сделаю. Да. Наконец-то. Бомжи. Пора на охоту. Да, вождь. Мы направо пойдем. Вождь, говори. Как он станет, посмотри. Кого убить? Да. Говори, друг. 50% шанс стало. Наконец-то. На охоту. Естественно. Вождь. Чиню удар. Сделаю. Да. Я читаю следы. Кого убить? Он нас ждет. Вождь. Наконец-то. Ландшафт такие. Сделаю. Ух ты. Звери не лгут. Чем могу помочь? Здрасте. Сделаю. Что нас ждет? Да, вождь. Ну, естественно. Говори, друг. Я всегда один. Кого убить? И мне жить. Вождь. Наконец-то. Я читаю следы.
Так. Ваш, говори, друг. Ничего не выпало. Звери не лгут. А, ну, все. Неверно. Источник это. Я просил источник, вот нам дали. Кого убить? Сделаю. Тем немного, да. Но... Наконец-то. В этой миссии. Говори, друг. Чем могу помочь? Что-то какие-то дела. Да, я читаю следы. Учуял. Кто нас ждет? Кого убить? Болото. Ты тут не болото. Алло. Говори, друг. Это тюрьма или вообще? Один. Бой. Кто? Естественно. Вождь. Ну что будет? В тюрьмы. Звери не убьют. Пленники. Что нас ждет? Да, чем могу помочь? Смерть ждет. Сейчас сделаю. Нормально. Комета. Ну какой звук, потому что не склеит. Комета продвигает. Опять. Каждый камень, бла-бла-бла. Говори, друг. Что нас ждет? Опа, руны бросают. Кого убить? Пора на охоту. Вождь. Кого убить? Вождь. Сделаю. Некуда класть. Да. Че, раз, два, три. Сделаю. Я вождь. Вождь. Наконец-то. У нас есть посох рассеяния, который нам пригодился очень сильно. Ловкость. Сделаю. Бесполезная. Да. Наконец-то. Кого убить? Говори, друг. Приказываю. Кого убить? Вождь. Будем торопиться. Да. Кого убить? Сделаю. Наконец-то. Пора на охоту. Блин, это было круто. Сделаю. Это реально круто. Звери не лгут. Я всегда один. Убивают? Да, вождь. Кого убить? Энергии резать. Наконец-то. Я читаю следы. Естественно. Вождь говорит. Кого убить? Ты. Вождь некуда. Кого убить? Что нас ждет? Конечно. Я всегда один. Блин, а что так жестко? Вождь. А это выход. Я типа к выходу пошел сразу. Да. Ай, блин. Наконец-то. Страшно. Сделаю. Наконец-то! Говори! Кого убить? Сделаю! Пора на охоту! Учуял! У них... И верно! Блин, магический урон! На моей защите! Наконец-то! Жестко! Сделаю! И мне жить! Кого убить? Ай, значит, надо вернуться... Куда? Да, вот сюда. Пленников? А, вот пленники. Наконец-то. Да, трусливый глупец. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Ничего. То есть я потерял и приобрел. Кого убить? Давай пилить ворота. Да. Сделаю. Вождь? Только скажи. Чего прикажешь? Хозяин? Говори, кого убить? Добро помню. Так. Вождь? Только скажи. Кого убить? Здесь можно свернуть тоже. Мне кажется, к одному месту при... вот это что? Кого убить? Раз уже мы здесь. Наконец-то. Каменная дверь. Откроем. Хотя мне кажется, это тоже предъявление. Надо следует сначала посмотреть, что там. Говори, вождь. Что я же должен, сука, посмотреть? Сделаю. И мне жить. Трусливый глупец! Наконец-то! А здесь, походу, самое оно. Чего прикажешь? Только скажи! Пульт что-то делает. Вперёд! Вождь!
ерунда. Это что? Некуда класть. Шлем? Ага. Кого что нужно? Да. Говори, вождь. Черный рыцарь опять. Может быть это... О. Король скелет. Звучит пафосно. Вождь некуда класть. Сделаю. Возможно, стоит его... Шлем и кольцо вампира. Ну... Так. Возможно, он... Где-то здесь. Да, наконец-то. Так. Кого убить? Сделаю. Видимо, можно усилиться неплохо. Вообще артефактов. Сделаю. Этим мы и займемся. Ой, что это? Сделаю. Наконец-то. Да. Хозяин. Оп! Ну, ты тоже мокруха, что ли? Кого убить? Ну, катапульт слышит, по-моему. Наконец-то! Сделаю! Непонятно. Да! Наконец-то! Да, что нужно? Нас атакуют! Кого убить? Теперь понятно. Говори, вождь! Вождь! Возвращайся, пока еще же форк, иначе разорву тебя на клочки. Мерзкий демон. Не, ну это опасно, братва, вы чё? Сделаю, говоришь. Вещь. Не проблема. Нас атакуют. Наконец-то. Повелитель ужаса, мне даже не знаю, как увольнять. Кого убить? Сделаю. Да. Я читаю следы. Засранец. Я всегда один. Учуял. И верно. Конечно. Вождь. Говори, вождь. Он отхиливается на них слишком круто. Сделаю, чего прикажешь. Ерунда. Не. Звери не лгут. Умри. Что нужно? Вперед! К Сарду! Чего прикажешь? Табу! Только за как же ты бесишь меня? Хозяин? Говори, друг. Естественно. А если он тебя так будет бить? Вождь? Да. Ладно, еще раз. И... Да. Наконец-то. Так, эликсиру. Ну, это сделаю. Не пока нам. Вам сюда нужно? Да. Ну это конец, очевидно. Сделаю. Да. Нам нужно обратно вернуться. Там шмотки, видимо, пособирать. Здесь рецепт. Непосредственно перед концом. Сделаю. Бог льда нам понадобится вот этого штурмовать. Тут явно моих сил не хватает. Кого убить? Сделаю. Наконец-то! Рассеяние, кстати. Забыл про него опять. Нужно помнить. Сделаю. Идем налево. Говори, вождь. Потом бережем. Вождь. Фух. Вот сюда Наконец-то. Идем. Наконец-то! Я жду приказа. Нас атакуют. Кого убить? Сделаю. Наконец-то. Всем нормально. Вождь. И мне жить! Землекоп, сделаю. И умрите. Наконец-то! Тема слава орков хаоса. Да. Наконец-то! Да! Да, что ж, тропинка ведет. Наконец-то! Сделаю! О, разрешение, что-то есть тут. Да! Сделаю! Ой, нифига тупик. Да! Сделаю! Рыбочка вышла. Да! Сделаю! Крысы, да. Крысы все, наконец-то! Крысы. Забыл, мне может жить. Что-то есть. Сделаю.
Донец-то. Думаю, не бы... Кого убить? Петух. Сделаю. Не люблю духов. Да, наконец-то. Если не вешу, добав. Сделаю. Если не вешу, то не успею. Да, наконец-то. И дальше. Крыса не да, наконец-то. Они подхилялись. Куда подгоняем? Может, сюда, чтобы его... Вождь? Сделаю. Да. Капитан. Капитан, капитан. Сделаю. Капитан развалит. Наконец-то. Сделаю. Или хоплин, чё? Да. Сделаю. Наконец-то. Кого убить? Кто? Сделаю. Не, вот это ульта нормально. Быстро. Кого убить? Хлоп-хлоп, до свидания. А предыдущая у этого босса нашего дерьмища. Наконец-то. Кого убить? Да. Ну, к сожалению, это было просто так. Ну, тут есть источник. Хотя. Надеюсь, он источник силы. Это магия. Ну, это тоже неплохо. Ну все, в принципе, сейчас вот это. Тут нет, почему много, блин. Большая территория. И что осваивать? 6-6. Вот. Сделаю. Наконец-то. Кого убить? Вождь? Да. Сделаю. Давай пока попили. Жрец войны. Ну это ерунда. Кого все. Убить? Наконец-то. Наконец-то. Вот прям здесь мы и встретим. Наконец-то. Да. Наконец-то. Мы используем наши... Сделаю. Ты их захиливает? Мерзкие жрецы. Наконец-то. Давай это вкуснём. Сделаю. Вкуснём, да. Алло. Наконец-то. Всё, я вас понял. И мне жить! Вождь! Кого ну, убить? Все. Нет, в одного, конечно. Бесячая фигня. Да, сделаю. Кого убить? Завел наших пацанов. Вождь! Кого убить? Ужас. Да, сделаю. Наконец-то. Наверх вон до сюда дойдем, да? Вождь? Очевидно, скорее всего, так и надо. Кого быть. Убить? Только скажи, кого убить? Ух-ух-ух, только скажи, да. Ну поехали. Наконец-то. Говори, может. Вождь, только скажи. Они бронированные в щепки просто. Звери не лгут. Кого убить? Говори, вождь, только скажи. Вождь, кто нас ждет? Конечно. Кого убить? Вождь. Кого убить? Сделаю. Шо? Говори, вождь. Наконец-то. Нас атакуют. А, ну здесь приведет к одному, кого что ли? Кого убить? Так что так? Вождь, только скажи. Ну, допустим. Вперед! Кого убить? Капитан, капитан. Что-то откатилось. Некросы. Блин, ну конечно. Что уважение скелетону. Сделаю. Да. Сделаю. Да, это одно и то же. Блин.
Ну, нафиг ты бьешь, алло. Да не, нам не так много бежать, на самом деле. Лучше добежать, осколок взять и... Кого убить? И все. Ходить, что это? Тут у нас еще неизведанно. Сделаю, трусливый глупец! Да. Мы еще есть. Что нужно? Маленький кусочек карты остался. Кого убить? Наконец-то! Чтобы... Ну все, сейчас. Сделаю! Что нужно? Ответы из чего прикажешь? Взять его! Кого убить? Наконец-то! И мне жить! Дешевые орки умирают слишком быстро. Эй! Просто мясной щит какой-то и вот. Говори, друг! Блин. Только скажи! Вперед! Вождь! Сделаю! Давай сюда! Да. Наконец-то! Это что такое? Фиски, ворота? Сделаю! Просто что ты? Наконец-то! Подземелье или город какой-то? Сделаю! Город в городе. Да! Говори, вождь! Вождь! Какие-то мрецы. Да! Сделаю! Слишком много фигни. Да! Кого убить? Происходит. Сделаю! Да. Я читаю следы. Падай, да? Наконец-то. Рычаг. Опа. Чисушка, где-то формируется мост магии. Возможно, здесь, нет? Вождь, наконец-то. Где-то формируется, бла-бла-бла. Сделаю. Наконец-то. Тролло-ло, тролло-ло. Наконец-то! Да! Сделаю! Только скажи! Что нужно? Да. Наконец-то! Кто это за тупик? Хочу здесь пройти. Вождь! Да! Исследовать! Сделаю! Так! Да. Это двойную штуку! Только скажи! Уху! Уху! Вот это... Ой, слышно, да, это прикольно. Можешь кого убить? Это мне, вот, это, вот об этом я говорю, чтобы быстренько пройти, так хоп-хоп, ты уже здесь. Да. И за мной локация в другую сторону. Нужно. Вождь, наконец-то. Сделаю. По-моему, она можно было разрушить только с этой стороны. Нет, еще так. Не кого убить. Как с этим взаимодействие, не знаю. Наконец-то. Сделаю. О, братва, блин, да. Сколько вас. Что нужно? Я даже не толку от тебя все равно нет. Наконец-то! Да! Сделаю, буду класть! Виток регенерации. Блин, что за ерунда? Да. Где шмотки? Сделаю! Так, это что-то завалы. Наконец-то! Порная балка. Сделаю! Наконец-то! Сделаю! Да! Сделаю. Наконец-то. Ну ладно. Да. Наконец-то. Хотя, почему ты идешь в другую сторону? Ты будешь вот так обходить, Нежа? Серьезно? Чем не важно? Сделаю! Наконец-то! Так, рецепт шлем ярости. Некуда класть. Да, помним. Сделаю! Наконец-то! Чё, подбираем осколок? Так, магия. Есть сторон магии? Да, может быть, есть кто-то. Вождь! Сделаю! Да! Сделаю! Только скажи. Понимаем последнего пацана. Да. Блин, наконец-то. Что нужно? Кого так, убить? Ульты нету, ульты нету. Ну страшно без ульты, и чё? Вождь. Дух. Даже не сносит некромантов. Хм. Сейчас ульта откатится. Нормально.
Плюс магия осколка. Размотаем в пыль. Да. Вождь. Пылина чисто. Бах. Кого убить? Да вы байтеры нулевые, чего пытаетесь? Да. Вот, вот так вот делать. Да, да. Вождь. Сделаю. Архит. Наконец-то. И мне жить. Это дурака. Больно он хорошо откидывается. Кого лицо вампира, убить? Да, вот он. Все по плану. Вождь. Кого убить? И сейчас, по идее, собраться надо, да? Да. Верно? Наконец-то. Сделаю. Так, руны, да. Браслеты. Наконец-то. Да. Сделаю. Да. Это здесь у нас. Сделаю. Наконец-то. Да. Клем доблести. Где шлем доблести? А где шлем доблести мой? Чё за ерунда? Наконец-то. Здоровье повышает. Да. Это круто, конечно. Сделаю. Шлем ярости. Да. Но шлем доблести. Наконец-то. Чтобы он превратился. Да. Давай, кстати, проломим дверь. С вампира выпало черт? Не помню. Эликсир, да, дерьмовый. Может, здесь еще кто-то есть, кого выпадет. Вперед, узнаем. Наконец-то. Узнаем это. Сделаю. Наконец-то. Ой, здрасте, здрасте. Ну, вот мост, кстати. Повелевайте. Отлично. Нас атакуют. Правильно. Они могут помочь. Я жду приказа. Сейчас мост активировался. Вот здесь вот решетка. Сюда нужно как-то попасть еще. Правильно? Ну, правильно. Место явно какое-то. Вождь. Да. Отлетел пацан. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Но, к сожалению... Трусливый глупец! Я не понимаю, что дальше. Сделаю. Свиток. Наконец-то. Нет. Вот завал какой-то имеется, да, еще. Готов к бою. Да. И непонятно, что с этим делать. Отлично. Правильный выбор. Не могу. Я жду приказа. Повелевай. Мудрое решение. Кого убить? Приказывай. Сделаю все, что смогу. Вождь. Да, сделаю. Все, что смогу. Наконец. Чем могу служить? Попробую. Вот эти двери тоже непонятно, что они там. Сделаю. Короче, как вы видите, пришлось чит на открытие карты запилить. Что забавно, есть где-то... Да. Лепрекон стоит. И вот, видимо, судно, но я когда подходил, к нему никакого взаимодействия не было. Фиг его знает, как туда добраться. И чтобы что случилось. Ну, это последний вариант. Фундук. Бежал мага. А. Сделаю. Наконец-то. Понятно. Сделаю. Теперь понятно. Наконец-то. Теперь мне нужно, да, подойти к... Наконец-то. Да? Тпшнуться? Сесть корабль? Кого убить? Ну, такой, наверное, план. Вот. Ускорение, кстати. Доюзаем, наверное. Сделаю. Наконец-то. Сделаю. Вот. Моя сила в твоих колечко. Руках. Эх, колечко.
астероиде шлемака. Блин, как же это муторно. Вроде прикольная карта, все прикольно, но вот я не люблю настолько муторное. Нужно искать прям жестко. Да еще мне пришлось вернуться вообще в первую часть карты. За кинжалом. То есть должен был сделать другой вот этот персонаж. То есть получается я все равно не получу шлем. Есть подозрение, что шлем, где он там находится, вот здесь. Да тоже непонятно как. Ай, блин, что за ужас. Так, нужно поукладывать предметы, я думаю, какие-нибудь. Сделаю. Наконец-то. Сделаю. Морской корабль, естественно. Мы плывем по канализации на готовом корабле Кашмули Прикону. Очевидно. Да. Завал, завал. Да, интересно, что это. Завал такой. Просто так он. Играть на опыт сайта. И. Почему все сюда отсылает? Его убить. Да. Хорошо к золоту. Сделаю. Да. Наконец-то. Не, ну это дичь, вообще того не стоит. Просто дичайшая дичь. Так они не смогли, да? Да. Можно протпшиться, я думаю, вот отсюда, наверх. Почему бы и нет? Да, сделаю. Про этой карты можно. Наконец-то. Сделаю. Да. Наконец-то. Прибольно. Нафига мне этот горшок? Да нет, горшок крутой, если так. Прожимать. Ну круче, чем... Сделаю! Давай, давай, давай. Наконец-то! Оп. Сделаю! А. Наконец-то! Если здесь не падает корона, шлем, то... То все. Блин, а вот... А, я тупой просто, не заметил. Невнимательность. Только фото. Можно было сбежать. Или заклинание, чё? Хотя да, ладно, книжка заклинания. Сделаю. Лютая тема. Наконец-то. А нет, мана она стоит, хотел сказать, потому что там без маны. Мана стоит. Сделаю. О. Наконец-то. Не бесплатно. Да, наконец-то. Платно вообще жестко. Да, сделаю. Так, что мы делаем? Мы сейчас выкидываем. Наконец-то. Что-нибудь. Выкидываем? Сделаю. Да, наконец-то. Все, покидаем, давай. Да. Шлем. Бежим. Сделаю. Этому. Брат. Да. Вот, будете проходить карту, теперь знаете, где все, что раскидано. Я-то не знал, что видосов нет по этой компании вообще. Так, понятно, что где находится вам. Нужно ли вам это, вот чем вопрос. Хотите ли вы доставать для прикона горшочек, который непонятно еще зароляет или нет. Повелевайте. И другие вещи. Посмотрим еще сборный артефакт, насколько он будет хорош. Вот этому персонажу, мне кажется, вообще ничего не помогает. Он слишком... Лицо вампира, шлем доблести. Правильно, правильно. Наконец-то. Это для сос. Сделаю. Есть. Наконец-то. Сделаю. Дальше что? Дальше. Стива пикторама на изображение лавки. Изображение лавки. У нас лавка есть.
Наконец-то! Так. Да, ребята. Сделаем! Наконец-то! Да! Да ладно. Сделаю. Да. Ты выкладываешь и получается. Сделаю. Ладно, хорошо. Наконец-то. Солт. Не, ну не получается все, блядь. Сделаю. Наконец-то. Да. Какая-то ерунда. Не, ну. Сделаю. Мы выкладываем. Мы же честно, ребята. Наконец-то. Сделаю. Вкладываем фигню эту. Дается, то есть... Блин, мне даже не хватает места на кольцо. Ну тут такие факты, что оно в бафте на 45 секунд на 25. Не, ну это круто, конечно. Это не продумано, конечно, почему. Кого ну, тогда, убить? Да, да. Да. Погнали, ладно, заканчивать. Усталость, честно. Чем могу служить? Кого убить? Вроде все. Сделаю. Больше ничего не хочу брать. Не могу. Посох и кольцо придется оставить. Вождь? Ах, ладно. Наконец-то. Да. Ух, ну такая была компания. Долгая. Спасибо, что смотрели. До следующей встречи. Удачи.